прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. И двигайся. Стоять! Я с тобой разговариваю! Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Бля, мы вляпались по самое помидор. Ну, а ты видел, что это было? На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разгребать. Будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров к противогазу. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай. Минут 5 у тебя в общем есть. Нехорошие вещи творятся. Я их объяснить затрудняюсь. Я вообще-то атеист, знаете. Во всяком мистическом ничего никому не верю. Поэтому я тогда решил на крыс. Тварь совсем как бы, а теперь... Я уже ни в чем не уверен. Казалось бы, где-то мы пропали. Всего ведь на километры входили. Привет! И сами не дураки. В общем, так чем мы дождались. Послали усиленные дозоры и искали. Пути искали, искали. Кричали, кричали. Но все зря. Нету, пропали. Ладно еще, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо ведь что? Слышно ничего не было. Ни звука, ни следов, никаких. Ну так вот, ну стрельбы слышно не было. Те решили, что разведчики, наверное, ушли от них, недовольны, может, чем-то были. Ну и сбежали. Ну и шут с ними. Хотят легкой жизни, хотят со всяким отребьем мотаться, с анархистами всякими, пусть себе мотаются. Так и решили. Так им проще было думать спокойнее. А через неделю еще одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были за 700 метров заходить. И опять та же история. Ни звука, ни следа, как в воду канули. Тут у них на станции уже забеспокоились. Это уже непорядок, когда за неделю два отряда исчезают. С этим уже надо что-то делать. Меры, значит, принимать. Но они выставили на 300 метре кордон. Мешков с песком натаскали, пулемет установили, прожектор. По всем правилам фортификации. Послали на беговую гонца. У них там с беговой из 905 года конфедерация. Раньше Октябрьское поле было тоже с ними. Но потом что-то случилось, никто точно не знает, что. Авария какая-то. И жить там стало нельзя. И с него все разбежались. Ну да, это не важно. Послали они на беговую гонца. Предупредить, что что-то неладное творится. И о помощи, в случае чего, попросить. И не успел первый гонец до беговой добраться, дня не прошло. Они еще ответ обдумывали, как прибегает второй. Весь в мыле и рассказывает, что усиленный кордон их весь перебит. Ни единого выстрела не сделав. Всех перерезали. И словно во сне зарезали. Вот что страшно-то. Ведь они и не смогли бы заснуть после всего страха, не говоря уже о приказах и инструкциях. Тут на беговой поняли, что если уж сейчас ничего не сделать, скоро та же петрушка и у них начнется. Снарядили ударный отряд, около сотни человек. Пулеметы, гранатометы, профессионалы, ветераны. У них, конечно, заняло это время непорядком, дня полтора. Гонцов они пока обратно отослали с обещанием помочь.
и через полтора дня отправили этот отряд на помощь. А когда отряд вошел на Полежаевскую, там уже ни одной живой души не было. И тел не было, только кровь повсюду. Вот так вот. И черт знает, кто это сделал. Я вот не верю, что люди такое вообще сделать могут. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. На меня запала. Я тебе клянусь. Москва. Она на меня вчера так глянула, что мне все стало неясно. Как глянула? Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва. Прием. Думаю, в питерском метро должны быть выжившие. Там ведь есть станции, которые поглубже наших расположены. Я там как-то бывал, по-моему. Что здесь? И на многих станциях смотрю, по краям платформы, где поезд подходит, чугунная стена и двери железные в таких арках. Поезда самого ты не видишь. Садишься через эти двери в него. Я спрашиваю, зачем такое нагородили? Никто точно не знает. Кто-то говорит, на облицовочном материале станции решили заменить станции. Может, самогонщик куда-нибудь? Командир сейчас занят. Подойди позже. И на многих станциях смотрю, мой сын сегодня произнес первое слово. Чугунная стена и двери железные в таких арках. Мама или папа? Поезда самого ты не видишь. Садишься через эти двери в них. Я спрашиваю, зачем такое наградили? Никто точно не знает. Кто-то говорит, на облицовочном материале станции висит экономика. Другие защита от наводнений. А один метростроевец сказал, что... Пожалеешь. До или после того, как она сгинула? Нифига себе у вас цены! Ну, и что случилось? Они обнаружили, что на станцию никто не нападал. Это хозяин туннеля приказал жителям станции друг друга перерезать. Ух ты! Круто как! Все, теперь иди за бутербродом. Зачем это? Я и так уже все знаю. Давай, кати за мной на своей дрезине. Ах ты дрянь мелкая! Да мне вообще ничего не надо. Еды. Еды. Дай хоть сырую крысу. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Канистры продаю. Есть железные, есть пластиковые. Кому что больше нравится. Воды влезет, убиться можно. Очень полезно при покупке. Нифига себе у вас цены. Если кого-то из челноков ловят с дозой, все конфискуют, а торговца вышвыривают вон. Алекс говорит, если поймают два раза, пожизненный запрет входа на Ганзу. Для челнока это голодная смерть. Ну, говорят, дурь потихоньку мозги выжигает. А другие говорят, она тебя изнутри меняет со временем. Нет, я еще подумал. Превращает в гриб. Ну, видно, они что-то такое знают, раз решили бороться. Да ладно! Чего это они вдруг такие сознательные стали? С наркотой бороться. Видел тут кришнаитов. Пал Палыч такую историю о них рассказывал. Типа они собираются проникнуть в Курчатовский институт, разогнать реактор, подорвать и устроить всем досрочную нирвану.
Слава богу, пока ничего не выходит. Да мне вообще ничего не надо. Если один на Кремль засмотрится, другой, чтобы его к чувствам привел. Этот проход открыт только для местных жителей и техперсонала. Вы должны уйти. Что случилось? Здорово! Аптечки, фильтры, холодное оружие. Все, что вам нужно в пути. Аптечки, фильтры, холодное оружие. Все, что вам нужно. Давай подсказали. Хороший был. Зачем тебе это? У тебя такой же. Нет, ну хочешь, давай поменяемся. Ну и фиг с тобой. Бабах! Вот как это работает вкратце. Бабах! Вот как это работает вкратце. Действие продолжается 20 минут. Но если эффект наблюдается дольше 4 часов, звоните вашему сексологу. Удачный курс. Ну, ты как-то странно почти. Ну, ты как... Пару. У тебя денег на это не хватит. Как хочешь, брат, как хочешь. Действие продолжается 20 минут. Ну, ну и фиг с тобой. Действие продолжается 20 минут. Как хочешь, брат, как хочешь. Действие продолжается 20 минут. Ну и фиг с тобой, вот. Свой пистолет. Иди детишкам отдай. Еще один такой же? Ты их коллекционируешь, что ли? Угадал или подсказали? Хороший выбор. Как хочешь, брат, как хочешь. Любые пули, любые патроны по курсу ЦБ. Благодарим за покупку. Меняйте только у сертифицированного меняла. У меня. Мам, а мам, купи мне крыску. Заткнись, Катька. Мы на этой неделе уже ели мясо. Ну, пожалуйста, мам. Я только поиграю и отпущу ее. С медведем своим играй. Хватит жратву транжирить. Мне поговорить с военными, которые еще первые дни войны застали. Изоляция. Не говоришь, денег не хотел нас уничтожить. Подвели сейчас, вместо того, чтобы ракетой бить, ударили секретным биологическим... Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Ну, конечно, жмотяра нереальная, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все, выжигаемся. Уже всех внутри сожрало. И стал вокруг Кремля уже людей подъедать. Ну и бороться с ним уже к тому... Если меня кто-нибудь слышит... Такой и стоит. Бурбон? Эх, никто меня не слышит. Будто сам не знаешь.
Если меня сейчас кто-то слышит... Ну, давай пульки и проходи. Ответьте. Это Москва. Я уже Михе забашлял. Москва. Но мне-то ты ничего не плати. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Вот дерьмо. Прием. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт, ненавижу это. Ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Слышит... Удачи. Спасибо. Никто меня не слышит. Надо валить отсюда по-быстрому. Держи его, держи! Бурбон, держи его! Держите их! Пошли, пацанчик. Как описать чувство, когда после 20 лет в туннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище? Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. А теперь будь очень, очень настрёмный. А вот и счастливые мне жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Ну там волыну ищут, маслины, технику действующую. Из них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их шмуров наблюдаешь. Они как камень стрёжные, заморожены, но чувствуют себя в них поддержки. Сказал обыщика следует, вдруг тут есть еще один склад. Они часто на поверхности схрону маслины. Так, что тут у нас? Ага, фильтры пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухарице. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну когда базаримся. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, мечкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город.
Добро пожаловать домой, Артём. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Что ж мне так не прёт, а? Придётся тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укрепление ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь жёлтый снег. Спасибо. Жизнь.
Джек, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если я не вернусь через пару дней, сообщи полковнику и забери наших людей. Удачи! Отлично сработано. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Понемногу отходить. Главное что? Помнишь, Артём? Помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Прыг!